Ну а мы традиционно начинаем со статистики. Она касается потери врага с момента начала полномасштабного вторжения. Внимание на экран. 523-й день полномасштабной войны. За это время российские оккупационные войска личного состава потеряли 245 700 оккупантов. И это приблизительная оценка. Двигаемся далее. Видите, как в украинских полях догорают 698 единиц РСЗО, артиллерийских систем 4795 единиц. Также в списке 311 сбитых вражеских вертолетов, 315 уничтоженных самолетов, 4011 беспилотных летательных аппаратов, которые активно используются, а также крылатых ракет в количестве 1347 единиц. Цифры действительно поражают. И вот новые показатели. Средства ПВО 459 единиц, специальная техника 711, автомобильная техника уже более 7000, а именно 7275 штук. Эффект линзы. За это время ощутили на себе 8178 боевых бронированных машин врага, а также 4205 российских танков. Ну и, конечно же, традиционный показатель, отрицательное всплытие, 18 российских кораблей и катеров. Борьба продолжается. Слава Украине! Героям слава!